Вот такую прекрасную говядину купила. Вот акция была в Алде. Полкилограмма 6 евро. Кусочки обалденные. Буду сейчас готовить. Называется хашефлейс. Это голландский рецепт. Разогреваем масло. Я в сковородке буду готовить. Вот такое классное мяско. Смотрите. По-моему, молоденькая говядина. Ну вот, обжариваю говядину и пока беру вот такие луковицы, две, можно взять и три. У меня эта большая, эта чуть поменьше. Нарезаем, не мельчим. Ну вот как-то так, это большая луковица пополам и еще раз пополам. Теперь беру перец болгарский, кстати, сладкий, палермо называется. Это нидерландский перец, но я возьму три перчины, они большие. Режем, тоже крупненько режем. Обжариваем говядину вот до золотистой корочки. И теперь добавляем лук, перемешиваем и слегка обжариваем. Ну вот смотрите, как-то так. Ой, аромат уже обалденный. Слушайте, так скучаю по маминому казанку, сковородке. Такая дурочка была, что не взяла. А это дорогущая сковородка, гранитная, куча денег стоит, но она пригорает, прилипает. Ну короче, вот сейчас добавляем перец. Вот так вот крупненько я его порезала. Слышите, уже шкварчит. Сейчас это все перемешаю. И вы можете готовить уже помидоры. Если вы будете использовать свежие помидоры, сделайте на них надрезик крестиком и окуните их, положите буквально на пару минуточек в кипяток. И потом снимите шкурочку, порежьте мелко. Но у меня помидор свежих нет. Сейчас я буду использовать из банки. Ну вот, буквально минутку обжарились вместе, перемешаем. И я буду добавлять, вот у меня вот такие помидоры в банке, в Лиделе брала. Вот они уже тут с травами, со специями. И вот такой. Ну, это можно заменить, просто пару ложек томата добавить. Так, вот они мои помидорчики, добавляем. Видите, кусочками, они тут с приправками. И вот это фрита добавляю, тоже оно с травами уже. Видите, такое? Тут и чесночок, и лучок. Сейчас же добавляю соль, перец, немного аджики, она очень острая. И у меня итальянские травки, а вы можете рассанели. Поставили тушиться под закрытой крышкой на минут 40. Конечно же, от качества вашего мяса, сковородки, газа или электро. От 30 минут и до уже часа. В самом конце добавляем зелень. У меня петрушка и чеснок. Обалденно вкусно. Готовится легко. Можно подавать к чему угодно. А можно просто с хлебом съесть. Всем приятного аппетита. Пока-пока.